привет, нас пригнали на медицинское обследование, и вот мы держим такую вещь, нам надо сдать анализы, надо сдать мочу, вот как-то вот в это все. Кошмар. Короче, еще раз, пригнали на медицинское обследование, там сдавали кровь, сдали уже анализ мочи, я надеюсь, обойдется без кала. Посмотрим, что дальше. Пацанами приехали. Арендовали полбильярдного клуба. Приехали, играем с пацанами в бильярд. Львов, Донецк и Молдова. Соревнования. Международные соревнования. Из последних новостей, проходили недавно медицинское обследование. Все, кстати, иностранцы, которые приезжают в Китай или в Корею, проходят обязательно медицинское обследование. Мы работаем с людьми, с китайцами, с корейцами и так далее, с детьми ихними и так далее. Мы должны быть здоровыми, поэтому нас проверяют там на всякие заболевания. Ну, проверку прошли, все нормально. Вот, из последних еще новостей, купил себе карточку China Mobile, это местный оператор, ну, гигант, самый, насколько я там прогуглил, это самый большой оператор мобильной связи в мире, у него там что, около 800 миллионов абонентов. Вот, купил себе эту карточку, чтобы был 3G на телефоне, как в Украине, например, как в Израиле, а нифига, телефон, хоть и iPhone, но не поддерживает... ну, именно китайского оператора. И у меня самый обычный GPRS интернет. Ну, по крайней мере, есть. Карточка есть. Интернет есть. И сегодня, вот, собственно, чего я, собственно, на работе свой выходной. Потому что мы сегодня идем оформлять банковские карточки, куда нам будет начисляться официально зарплата. В офисе начальство. 근데 오늘 좀 страны меняются, традиции неизменны. Пришел Макдональдс. Покушать, отъесться. Примчался к Костяну в отельчик, рассказывает, вещает, знакомит с Китаем со всеми нюансами. Расскажи о себе, Костян. Я ебанутый. Ну, а там ты откуда вообще? Я со России, там все такие. Вот так. Короче, это так. Значит, Костян учит новому сленгу киты и китуськи. Киты – это китайцы, а китуськи – это китаянки. Понятно? Киты и китуськи. Дальше, что еще рассказал? Рассказал, вот у нас, допустим, я человек, ты человек,
А у китайцев ты волос, а мы вместе мы волосы. То есть, ну, вот, они считают людей как волос. Не как не человек, не как люди, а ты волос. А мы вместе с тобой два волоса. Монахи Шаолинь для китайцев не люди, потому что они все лысые, они без волос. Поэтому они для них не люди. А, собственно, волосы для китов очень хорошо. Поэтому они не бреются нигде, и везде у них заросли. Все узнают костяна.